Наверное, скажете, сейчас обрез здесь происходит. Это реально бред. Но это протест. Это форма протеста в Новой Зеландии. А, дело в том, что вот это белое с красным флаг, это флаг Тонга, это небольшое государство в Микронезии, Полинезии, не знаю. Никогда не знал, чем они отличаются друг от друга. Так вот, у них одна из сильнейших регби-команд у этого государства. И вчера был матч, у нас весь город в красных этих флагах. Вот проблема в чем? Проблема в том, что вчера был матч по регби. И они проиграли великобританцам со счетом 18-20. Им обидно, потому что на последней секунде засчитали гол. Теперь они пытаются оспорить результаты этого судейства. Они с ним не согласны. Вот. И все это выразилось в форму массового протеста, который сегодня проходит на улице Окленда. Но хочу сказать, что протест полумирный, люди включают музыку, гуляют, веселятся и так далее. То есть, как бы, протестом это назвать очень сложно. Поют национальные песни. Народ веселится сегодня. Ой, как весело. Да, проблема еще в том, что мне интересно, тут, то есть никто никого не останавливает. Вот такая, знаете, демократия абсолютно. Свобода самовыражения. Протестуй, не хочешь, протестуй. Полиция просто следит за общественным порядком. За собой. Граница допустимого. А так, в принципе, никто никому ничего не запрещает. И это очень прикольно. Это уже, по-моему, вторая такая массовая протест, который я застаю в этой стране. Уже с протестами все очень легко и спокойно. Пожалуйста, протестуй, если хочешь. Никого не трогают, никому не лезут. Вот так вот.